Среди представительниц российского и зарубежного шоу-бизнеса есть те, кто встречаются с женатыми мужчинами. Подборка звезд, родивших от чужих мужей, в нашем сегодняшнем видео. В 2004 году Альбина Джанабаева тайно родила сына от Валерия Меладзе. На тот момент он был женат на Ирине Меладзе, с которой развелся лишь в 2009 году. Через 5 лет после развода Джанабаева и Меладзе поженились, и у пары родился второй ребенок. Канадская модель Линда Евангелиста относилась к тому типу звезд, которые скрывают имя отца ребенка. Евангелиста родила сына в 2006 году и 5 лет скрывала имя отца малыша. Модель раскрыла карты в 2011 году, когда подала в суд на известного бизнесмена Франсуа Пино, чтобы взыскать с него алименты. Певица Ева Польна держала имя отца своей старшей дочери Эвелин в секрете на протяжении 7 лет, пока экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер не заявил, что Эвелин – его дочь. Когда Ева родила девочку, музыкант был женат на танцовщице Юлии. Сейчас Клявер женат, но общается с певицей и проводит время с их общей дочерью. В 1999 году солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер развелся со своей второй супругой. Причиной стало рождение внебрачной дочери от модели Лусианы Морат, роман с которой закончился быстро. Режиссер Алексей Учитель женат уже больше 30 лет, однако периодически появляется на публике с молодой актрисой Юлией Пересильд. У Юлии есть две дочери. Долгое время актриса отказывалась раскрывать имя их отца. Именно этот факт заставил поклонников думать, что отцом девочек является именно Учитель. Позже информацию подтвердил сам режиссер. Новость о разводе крепкой пары Голливуда Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер в 2011 году шокировала общественность. Причиной такого кардинального решения стал тот факт, что у актера есть внебрачный ребенок. Мать мальчика – домработница звездной четы Милдред Байна. В конце 2000-х пианистка Оксана Григорьева закрутила роман с именитым актером Мелом Гибсоном, который на тот момент был женат на медсестре Робин Мур, позже подавшей на развод. В 2009 году Григорьева родила Гибсону дочь, однако через год они со скандалом разошлись. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного.